хочешь помочь рукой. Я все равно не увижу этого. Ведь я дальше горизонта засыпаю, и меня опять уносят волны. Прости, но я, кажется, хотел именно этого. Все становится красочнее. И кажется, будто все легко и нет ничего невозможного. А если что-то недостижимо, можно восполнить это грезами. Почему? Он улыбнулся. Мы тешим себя грезами, потому что без них нам не вывести правды. Всем доброе утро. Время практически 7-8 утра, без 5-8. Вот, и... Что ты здесь делаешь? Я Наталья, большая любительница коридоров. Сегодня 10 октября, то бишь 10-10. Я считаю, что это легендарное число, и мне должно сегодня повезти. Дело в том, что у меня сегодня первый день обучения в моем университете. И вообще очень сложная история с университетом, поэтому я очень хочу учиться. Я действительно очень хочу учиться. Вы не представляете, мне кажется, так как я хочу учиться, в этом году точно вот никто не хочет учиться. Я вот прям в первых рядах стою и машу всем ручкой. И говорю, что мое время, ребята, пришло, я готова. Я считаю вообще, что образ это очень важно для вашего рабочего дня, потому что когда вы с утра встаете и делаете себе образ, вы делаете себе настроение, конечно же, вы создаете свое первое произведение искусства в этом дне, так что я считаю, что это очень важно. И вот, например, я сегодня выгляжу как восьмиклассница из Мексики. Не знаю, почему из Мексики, мне кажется, такие рубашки, хотя не знаю, откуда такие рубашки пришли к нам, они вообще выглядят как банданы, но... Я честно не знаю, брать ли мне какие-нибудь ручки или тетрадки, или вообще мне это нужно. Я думаю, что не нужно, потому что у меня есть компьютер, и в компьютере можно делать все. Наверное, я так и сделаю. Все, мы готовы. Пойдемте. Потому что я хочу купить себе кофе. Мой утренний ритуал. И знаете, я давным-давно пытаюсь перейти на кофе-фильтр. Так называется. Я предполагаю, что это просто кофе с фильтром. Вот, но я очень боюсь это делать. С одной стороны, я понимаю, что если я перейду, то, я, возможно, мое здоровье улучшится. В прошлом году, допустим, я не ела сахар. Ощущение, что вот этот кофе, который я пью с сахаром, действительно отдельный какой-то ритуал. Есть такое небольшое ощущение того, что на какие-то кофейные напитки я трачу денег больше, чем на что-либо другое. Вот. Поэтому, если вы с кофейни, давайте сотрудничать. Я устала тратить на это деньги. Первый студенческий капучино. Зеленый карамельный. 8 из 10. Тем временем до моей пары 25 минут. У меня будет время. Вот. Я не знаю, что это за постеры, но я знаю, как называется это стиль. Дадаизм. Если вам интересно, вот, можете почитать про это. Собственно, из дадаизма и вылился коллаж и все такое. Это на мой университет. Нам вот в тот корпус.
Я нахожусь сейчас в нашем кабинете. Это называется кабинет Бейс. Вот тут на самом деле все сидят. Просто все ушли в другой кабинет. Также теперь у меня есть свое имя. Меня зовут Лёша. Вот. По сути, у нас сейчас должна быть лекция, но это получается как вводный introduction, поэтому мы решили сначала познакомиться, и вот получается у нас уже полтора часа идет урок. Сейчас просто все находятся в другом кабинете, и у нас проходят игры на знакомство. Собственно, я учусь на геймдизайне, поэтому у нас как бы геймвёрт повсюду, гейм везде. Очень круто, что все неформальные установки проходят. Вот, и сейчас у нас будет лекции, пары, поэтому мне очень нравится этот контраст, это очень круто. Вообще, я сбежала с урока, типа там сейчас все играют, я просто проголодалась и пошла сюда с вами поговорить, поэтому я убегаю обратно. Я буду пить латте. Очень интересно, что днем решили оставить лампочки. Давай. Watching horses in the fields. The dragon rests in agony. When I'm afraid I lose my mind. It's fun, it happens all the time. When I'm afraid I lose my mind. Эволюция, естественно, отбор. Классная настольная игра российских разработчиков. Кто знает, что это игра? Два, два, двое. Купила себе ланч. Там поки. Бол с лососем. Я не знаю, куда это будет есть, потому что у нас сейчас с девочками брейк. 10 минут. Я не успею это сделать. Кстати, у меня есть вот такой вот студенческий. Это вот так вот выглядят студенческие британки. Уходит, и ко мне стучится... Пришли в фотостудию. У нас сегодня будет индакшн. Соня. Ты все? Давай, повторю. Честно, не фейк-кадр. Вообще. Ой, ты уходишь? Пока! Да, пока! В общем, я дома, сейчас 9 вечера, и у меня за окном происходит какая-то вакханалия, сейчас я закрою окна. Время 9:30 вечера, я пришла домой, вот,
Такой был и мой сегодняшний первый студенческий день. Мы прям узрели вот прям все с самого начала. Это даже не второй, не третий, это действительно вот первый студенческий день. Все очень открыто, откровенно, вот так как есть. Мне понравились очень клевые девчонки, вот. Нас познакомили со всем оборудованием, да даже не совсем, там очень много мастерских, к которым мы должны еще поиметь интродакшн, так сказать. Вот, нам должны сделать инструктаж, чтобы мы могли всем пользоваться. Там есть темная студия, где можно выявлять пленочные фотографии, фотостудия, какие-то геймы, интересные штуки. В общем, очень много всего интересного. Я вам еще действительно много всего не показывала. Я думаю, таких университетских будней будет в плане влогов много у меня. Вот. Хочу учиться и очень хочу работать. Сегодня 10-10-2022, и я это говорю. Мне кажется, к концу года я перестану это говорить и скажу, я хочу отдыхать. Но сейчас у меня действительно очень много амбиций, как пил Яникс. И я хочу их, собственно, воплощать в жизнь. Если их воплощают вообще, в принципе, в жизнь. Так что да. А самое проблемное, знаете, что у меня сломался планшет. Для того, чтобы рисовать графический планшет. Я не знаю, это большая проблема. А он у меня сломался, кстати, в самолете, когда я летела. Я открываю чемодан в Болгарии, а у меня оказывается, что он просто вдребезги потресканный. Вот. Я немножко плакала. Little bit. Но это не важно. Что я хочу сказать? Я очень давно ждала этой учебы. Я ждала учебы уже целый год. Ну, как сказать, просто я закончила школу год назад, я закончила экстерном и взяла гипьер, вот, а в этом году я училась в британке на портфолио и также работала, хотела понять, что я хочу в этой жизни. И сейчас я, собственно, понимаю, куда я хочу двигаться. На самом деле, если быть честной, то я изначально не хотела поступать в британку, я хотела поступить во французский университет. Собственно, что мы и сделали. В Грузии я сдала Дельфу, вот, экзамен на французский язык. И после этого я очень-очень хотела учиться во Франции, после чего этим летом мне 3 раза отказали в визе. Поэтому я была вынуждена поступать в русский университет, и британка — это British School of Design, то есть это британское обучение, в принципе. У них сейчас отобрали лицензию, то есть их дезаккредитировали в плане, у них нет международного диплома сейчас. Но я очень надеюсь, что они его сделают в течение каких-то лет. И раньше можно было на обучение в британке уехать в Англию учиться. Но сейчас этого сделать, естественно, нельзя, мы знаем, по каким причинам. И просто нужно думать самим, что делать дальше. Все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Мне кажется, у меня безумно грязный носок. Извините, если это так, я не вижу. До скорых встреч. Пока.